Женские перчатки. Они не просто выполняют основную функцию – согреть руки. Для женщины это украшение, часть ее стиля, ее имиджа. Первое, на что обращаем внимание при их выборе – материал. Сильной разницы не будет по цене, а когда вы носите натуральную кожу, вы, конечно, почувствуете преимущество, потому что в искусственной коже перчатка, она, скажем, больше реагирует на разницу в температурах. Если чуть-чуть потеплее на улице, значит, у вас рука в ней будет потеть. Если чуть-чуть похолоднее, рука будет стынуть. Если вы хотите прямо в магазине понять, перед вами перчатки из натуральной кожи или нет, проведите тест. Перчатку надо несколько минут подержать в руках. Натуральная кожа обязательно станет теплой. Искусственная – нет. Посмотрите внимательно на швы, отстрочку, равномерное окрашивание. Но главный совет – примерьте. Как только вы одели перчатку, это как пара обуви, вы одели и сразу понимаете, что это ваше. Потому что иногда женщины обращают розочки, бантики, шовчики. Одел перчатку, а в ней некомфортно руке. В основном современные женские перчатки шьют из кожи козленка, ягненка или оленя. У каждого вида свои преимущества. Кожа козленка тонкая, но при этом износостойкая. Если вы видите перчатки ярких, необычных цветов, скорее всего, это кожа ягненка. А из оленьей кожи – самый теплый вариант. При покупке обращайте внимание и на подкладку. Шелковая синтетическая подкладка очень комфортна вот в холодную погоду, просто удобно одел, снял. Перчатка потеплее – это будет полушерстяная перчатка. В ней содержится до 30% шерсти, но она все равно считается полушерстяной. И перчатка из чистой шерсти, она такая более комфортная, скажем. Подкладка очень мягкая и позволяет покупателю чувствовать себя уютно. Подытоживаем. Примерка на свою руку обязательно. У разных производителей при одном и том же размере разная посадка. Хотите кому-то преподнести перчатки в подарок? В данном случае лучше подарить сертификат на нужную сумму. Самые элегантные модели из кожи ягненка. Самая теплая подкладка – чисто шерстяная. Перчатки из кожезаменителя – не лучший вариант. Руки будут или потеть, или стынуть. Теперь вы знаете, как выбрать качественные женские перчатки. Приятных вам покупок!